Нажал кнопку раньше, чем вздохнул. Точнее, вздохнул раньше, чем нажал кнопку. Всем добра и счастья, дорогие друзья. Меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент One, а это Сома. Игра sci-fi от создателей первой Амнезии про подводный мир, оказалось. Я думал раньше, что про космос, но космос здесь тоже, типа, немножечко приплетен. В общем, про искусственный интеллект, про жизнь после смерти, про оцифровку личностей и много чего интересного. Я бы не сказал, что это прям супер выдающийся какой-то проект. Нет, вполне средний, добротный, годный, хороший, своими недостатками, но пока что баллов на 6,5, может, ближе к 7, посмотрим на концовку, оно идет. Саймон спустился на дно бездны. Теперь ему нужно по дну океана добраться до станции Тау, где и должен находиться ковчег. То есть у нас осталось что? Дойти до последней станции Тау, на последней станции найти ковчег и запустить ковчег космос. В принципе, я думаю, здесь максимум еще пару часов геймплея осталось. Ой, как мутно все. Ой, как все мутно. Ой-ой-ой. Мутно-мутно. Ну и пока мы с вами проходим эту игру, я порекламлю, так сказать. Чернобылит начал проходить. Необходима связь с Умар. Начал... Страшно? Вот, начал проходить Чернобылит, так что залетай, если вдруг ты еще не видел. Да что за... Что за страшные звуки? И чё я не так делаю? Подпись Джулия Даль, Ричард Холланд, сбор образцов, медосмотры. Все сделано. Эвакуация станции Тау не выполнена. Доставка ковчега на станцию Фи. Подпись Уал Аллен Уолдек. Так, ладно, допустим. Danger! Внимание, опасная зона, не отходите от огней. Платформа СПС, кабина управления, складское помещение, реле питания, станция обслуживания Тау. То есть мне, короче, нужно из этой зауди как-то выйти. А чё в смысле? Почему я должен быть под огнями? Так, флешбэк. Тао, отвечайте. Тао, ответьте, пожалуйста. Ничего, глухо. Идем дальше, другие попробуем. А кто-то здесь был после эвакуации? Что? Кстати, по-моему, на каком-то крупном игровом канале, если я не ошибаюсь, вроде как бы Stop Game, ну, может быть, я путаюсь. В общем, вышел разбор этой игры. Может быть, я вдруг залечу по этому прохождению, а? А шоб нет. А шоб нет, сейчас один видос продвинет другой видос. Вы знаете, да, алгоритмы на Ютубе так могут работать. Типа называется «Смежные темы». Вот такие тебе таинства рассказываю. Да что все трясется? Это что там, метеориты падают до сих пор? Или кто-то здесь шалит? Кто там шалит? Но получается, мимо вот этих построек идти, и там будет Тау. То есть так по карте и было. Warning, что? Activity Strong Torrents Expected. Что-то какие-то проблемы здесь. Так, ну тут в принципе ничего особенного нет. Так на глаза, короче, вот эта мутность дает, это просто жуть. Реально, жуть. То есть видно только, когда ты сюда... Боже, ты это видел? Держись ближе к лампам, они не поплывут.
Мне проигрывать нельзя, Гластер. Я должен добраться до Микрона. От этого наше будущее зависит. Успокойся, пойдем дальше. Если я умру, скажи Джулии Даль, что Нио вышла из-под контроля. Ей надо будет прийти к Сарангу. Он знает, что делать. Росс, ты сам ему скажешь. Надо только чуть ускориться, хорошо? Глаз, мы потеряли путь. Надо вернуться. Я знаю, куда нам. Пошли. Это здесь. Свет здесь. Последний рывок, Росс. Уже скоро остался. Берегись. Ага. Короче, получается, есть кто-то, кто хавает. Кто хавает все, что здесь есть, но не на свету. Интересно. Так, и как мне пробежать? Не, ну давай, конечно. Ну нет, ладно. Чё я сохраняюсь, блядь, в этой игре? Сдохнем заново, начнем. Ничего страшного. Чё я, блядь? Не привык умирать в этой игре? Ох ты, ебать. И типа этого будет достаточно? Что-то я не уверен. Стараемся. А вообще, кстати, почему нас будет жрать это? Ух ты ж, блядь. А, это мутировавший какой-то глубокоподводный монстр? Он хочет нас кушать? Хуя не придумали. Закрутили так закрутили. Так, ну до станции добежали. Так, тут у нас что? Нас там сожрут. Опа. Чё не открывается? Да ладно. Так, ладно, рычаг давайте дернем. Заебись. Охуенно. А починить нельзя? Сука, работай, блядь. Ладно, опись. Светящаяся искусственная приманка Анема, 120 штук. Отражающая искусственная приманка Анема, 80 штук. Сушеный кальмар, 0. Рыбьи хлопья, 0. Мелкая мороженая рыба, вяленая рыба, грибной экстракт, порции планктона, измельченная маниока, яичный порошок, контейнер для живых приманок большой, малый, пустой. Короче, понятно. Журнал заданий. Приманка, сушеный кальмар, 1 килограмм, 60 штук, липонема, камера, низкоуровневая, квад, HDR. Цель – плащеносная акула, 150 сантиметров. Описание. Одна из редких акул приблизилась к светящейся приманке. Обошла приманку кругом и съела сушеного кальмара. Вряд ли она часто плавает на такой глубине. Это аномалия. Наблюдение 172. Использовалась приманка КЖП. Синий марлин, 40 штук, липонема. Камера средняя, квад, HDR. Так, гигантский кальмар, цель, 1200 сантиметров, мантия размером с человека, 170-200 сантиметров, примерная длина всей особи 10-12 метров. Разорвал марлина на части стремительной атакой, быстро уплыл, как только мы включили свет. Очевидно, что перед нами еще одна особь, на которую оказал влияние утекший структурный гель. Частично покрыт чешуей, через мантию пробивается несформированная костная структура. Это, наверное, нас и жрет он. Как раз. Ой, здесь еще кто-то есть. Так, средняя Quad HDR, векторная светочувствительность, результаты. Цель неизвестная, 40 сантиметров. Существа, обезображенные гелем, крайне агрессивные, нападают на все вокруг. По-прежнему трудно определить, как Нио повлияло на их поведение. Если не считать заметной агрессии и тяги к свету, кажется, эти существа охотятся за чем-то, что отсутствует в этой экосистеме.
статистика. Типа, киты как плавают? Типа, могут опускаться настолько вниз или что? Поп сайз. А, или размеры их, что ли? Или размер популяции? Наверное, популяция. Размер популяции, скорее всего. Error. Ясно. Так, и куда нам идти? Я, честно, не представляю, куда нам идти. Я даже не вижу. Не, меня тут захуяли. 100%. 200% вам даю, ребята, захуярит нас. Вот тут какой-то выход есть. Вот мне кажется, что здесь сюда надо. И там вдали есть вроде лампочки. Сука, страшно? Как у него может быть одышка у главного героя, если он робот, блядь? У него башки-то в принципе нет. Тут течение сильное, наверное, нас нет, не захавают. Куда не доплывет. Пиздец, ну и муч. То, блядь. Спокойно, на. Неплохая, кстати, миссия. Такая прям, ну, напряженная. На саспенсе работает. Потому что такое ощущение, что сейчас вот эти вот огоньки при таком течении. Опа. Вы что, за мной плывете? Нихуя. А я и не видел. Ты видел, там целый рой, короче. Целый рой этих рыбешек, которые хотят меня сожрать. Так вот, такое ощущение, что эти штуки сейчас вырвет из-под сильного течения и пиздец. Что это такое справа? Так, ну это не Тау еще. Еще не Тау до сих пор. Так, что? Руками не трогай, убьет. Хорошо, что надо потрогать? Я устал. Хочу домой. Так, что у нас тут? Флэшбэчик. Тау, вы меня слышите? Есть там кто-нибудь? Говорит Тао, кто это? Говорит Йен Педерсон, Стете, со мной команда, мы где-то в полкилометре от Тао. Стойте, как вы на подъемнике? Слушайте, нас очень нелегко пришлось с этим сектором. Из-за сильной турбулентности трудно идти вперед, и рыбы у вас абсолютно дикие. Шторм приходит и уходит. Судя по приборам, погода сейчас относительно тихая. Выдвигайтесь как можно скорее. Держитесь рядом с вампами, тогда рыбы вас не тронут. Ну все, мы все слышали, выдвигаемся. Тау, не забирайте двери, мы идем. Опа. Главное это лампы. Лампы, 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 лампы. Лампы. Лампы, лампы, лампы. Лампочки. Управление статусом. Что такое? Станция Чиптаун.
А он меня проведет, что ли? Братан, братан! Ты это, ты так не делай. Бля, как же его хуёво видно. Я за ним не поспеваю из-за течения. Я надеюсь, я правильно сделал, что я за ним пошел. То у меня сейчас выведет в каком-нибудь глухомань и бросит меня там. Вау! А почему ты его съел? Наоборот, свет сожрал. Хуй пойми. То некоторые боятся света, а это, наверное, реагирует на свет. Это что, пауки, блядь? Серьезно? Подводные пауки? Ебать, фу, нахуй, мерзость! Вот это намного страшнее, чем все остальное было в игре. Чем вот эти гибридные монстры, хуёнстры. Ужас, блядь. Фу. Фу, нахуй. Фу, блядь, пиздец. Я даже через экран их ненавижу. Ну ладно, ненависть моя какая-то, наверное, необоснованная. Я их боюсь, они неприятные, прям максимально, прям. Я сейчас просто чувствую, как подгорело бы на этом моменте у арахнофобов. И это пиздец, ребята. Это реально мерзость. Ай, блядь. Сука. А можно все? Спасибо. Дайте мне уж рыбу, блядь. А, он стоит. Вот этот фонарик, мне кажется, это неправильный фонарик. Ну его нахуй. Это неправильный фонарь. Мне кажется, это рыба огромная была. Ой, ну съебись, сейчас не до тебя. Это чувак, который нам на спуске упал на кабину. Это какой-то, скорее всего, сам Нил. То есть, вот этот искусственный интеллект, который здесь все захватил, он к себе тело сделал. Бля, вообще ничего не вижу, ребята. Ну это пиздец. С одной стороны, типа атмосферно, да, что реально на глубине такая большая сила течения, мы ничего не понимаем. И типа прям передает. Еще бы немножко бы камера вибрировалась, но типа... Ну ты понял, то есть взгляд у игрока должен же мотать его тихонечко. Ну, как, не тихонечко, опа. Что такое? Бля, я думаю, башка рыбы там. Так, сохранение. Сейчас будет либо хорошо, либо плохо. Что за звук? Не, ну мыло столько, это... Да. Не, я понимаю, что так и должно быть, наверное, на большой глубине, но... Можно было как-то немножко по-другому сделать. Прям на глаза неприятно давит. Так, умный инструмент у нас есть. Так, тут откачка сейчас будет.
Ну давай, откачивай. Так мы пришли на тету или нет? Это тета уже? А вот это есть какая-то подстанция фи? Слушай, а здесь все довольно в хорошем состоянии, я бы сказал. Загрузка Локи. Но по-любому здесь какая-то тварь. Тварь должна быть. Ненавижу это слово, потому что не могу его выговорить. Как же приятно быть внутри. Теперь давайте найдем ковчег. А, это есть это? Вот что-то все хорошие впечатления вначале и закончились. Тут явно пиздоси. В конце нам не дадут. Добро пожаловать на Тау, на то, что осталось. С вами все в порядке? Что тут случилось? У нас давно закончилась настоящая еда. Люди заболевают. На связь никто не выходил месяцами. Ну да, они ведь думают, что вы мертвы. На Омикроне говорят, что эвакуация не удалась. Боже. Слушай, сынок, у нас тут важное задание. Ты должен помочь нам с космической пушкой Омега. Когда все закончится, мы сможем вернуться на плато, но сейчас надо идти. Конечно. Отправляйтесь на место. Мы отключили переднюю секцию, чтобы сохранить энергию. Ладно, до скорой встречи. Так, пушка Омега нам нужна. Сначала нужно найти ковчег. Ковчег. Так, а подожди, а что здесь? Такие же костюмы были, да? Глубокоподводные, сука. Слово как этот, воробей, да, который вылетит и потом не соберет твои зубы. Не спрашивай, что я несу. Давайте компьютер пошмакаем. Так, сигнал потерян. Работает. Тау. Сигнал потерян. Вот кто за нами ходит. Вот это сука. Либо здесь самое главное сука, либо сука поменьше. Вот нас преследуют. Короче, здесь точно будет один ублюдок. Так, журнал доступа. Оклар, Есида, Куци, Гласер, Рос, Циолковский. Нифига себе, пасхалочка. Н. Циолковский. А как же его звали? Я, честно, не помню. Я знаю фамилию Циолковский. Но как его звали, не знаю. Может, прям отсылка на него. Смотри, Куци и вот это вот. Ниу. И потом еще Есида. Есида после... Смог использовать костюм? Отслеживание? Угу, в Тау все-таки есть этот костюм, я понял. Ну, короче, да, готовьтесь, у нас здесь будет ублюдок. Как бы мы этого не хотели, да? Спокойный финал? Нет, не будет. Спокойного финала не будет. Вот, уже сохраняшка пошла. Осторожно, шлюз набирает давление. Не открывайте дверь. Так, это робот, это не ковчег. Что-то не работает. Ниу, короче, не хочет, чтобы мы покидали планету. 100%. Ниу хочет нас остановить. Чем дальше мы идем, все хуже и хуже становится. У вас вообще пиздец кромешный. Я, честно, вот в вашем варианте перепроходить летсплеи, ну, пересматривать, я бы не стал, потому что тут у вас будет очень страшно. Потому что у вас такая контрастность, такая темнота.
реально жутко. У меня гамма высвечена, но у вас это жопа. У вас действительно жопа, ребята. Я не знаю, в чем особенно захват ОБС здесь. Ну, готовьтесь. Фух. Так, написано не открывать шлюз. Но эта сука, это может быть Нью, нам скармливает неправильную инфу, чтобы мы не открывали. А мы тут были или нет? Это другая лока? Или этот вход тоже? Или мы вот тут зашли и там прошли насквозь, да? Ну, получается так. Ну и что нам делать? Ничего не остается. Сейчас ебанет. Так, надо отойти. Сейчас, наверное, люком зашибет. Охуеть, сколько замков. Сука, наебал Нил, а? Опа. Цыпа. До свидания, амигос. Барбаригос. Блять, не люблю я все быстро делать, пиздец. Так. Он тут? Он стучит в дверь, да? Он открывает или нет? А, он открывает не сразу. Так, его надо увести, наверное, максимально далеко. Эй, цыпа, идешь? Или он телепортируется? Ж не понимаю. Ну давай. Морзян, к тебе псываю. Иди. Он вообще реагирует? Так, бежим и закрываем все двери, нахуй. Тут две двери получается. Блять. Так, быстро смотрим. Исида, хорошо. А дальше, интерком, диспетчер, вызов. Реактор, зал. История вывода. Местная карта. Так, где он? Thank you.
Можешь быстрее, блядь. Сука. Как же он душит. Пошел нахуй. Фух. Так. А че так трясти-то ничего? Он типа разозлился? Мне кажется, это не все. Нас так быстро не отпустят. Надо опять помехи начались. Бля, сколько же здесь помещений? Здесь ничего нет. Да, бля, да ты меня наебываешь, я знаю. Ты наебываешь. Только я не понимаю, в чем мотивация Нио не отпустить людей в виртуальной реальности в космос. Вот это я не понимаю. Джохан Росс. Джохан. Джохан Похан. Надо его остановить. Я думал, здесь это. Ну ладно. Не буду вам мешать. Как говорится. Разве нельзя ему помочь? Нет, успокоительное закончилось. Будь у нас пистолет, пора было бы его доставать. Не ожидала, что так все кончится. Надо было сесть на подъемник до Омикрона. Без ковчега? Забудь ты вы о ковчеге. Нет, не надо так говорить. Это единственное, что осталось ценного. Вы же знаете. Да-да. Обещайте, что не бросите его. Когда-нибудь мы все умрем, и что тогда? Ну, лучше храните его до тех пор. Нельзя же, чтобы Нио его забрал и поглотил целиком. Вы простите, Кэтлин. А все нормально, Иэн. Забудьте. Отпустите. Так, ну окей, мы сейчас по-любому в какой-то комнате-то найдем. Иди нахуй! Оно не остановится. Это ты меня называешь оно? Где ковчег-то? Твою мать, что мы наделали? Старайтесь об этом не думать. Всю свою жизнь... Я был хорошим человеком. Мы все запороли, Сара. Ну-ну. Надо было лететь. Рискнуть. Время еще есть. И Вашкин говорит, можно снова попробовать, пока все уляжется. Это нужно сделать, понимаете? Просто нужно. Пора уходить. Тебе пора уходить, ублюдок. О, лестница наверх. Сейчас последнюю комнату проверим. Сейчас наверх надо идти. Идемте, Саймон. Идемте куда? Так, диспетчерская. О, после столкновения, 12 января, небольшие структурные повреждения, не работает радио, 17 января, связь восстановлена на Омикроне, в остальном Патосе все живо. 3 апреля, отказывает связь между станциями, зонды Лумар постоянно теряют подключение, необходим срочный ремонт, пока не будет восстановлена связь, Тау не сможет вызывать подъемник. 11 апреля, приходили инженер по эксплуатации Волчок, Дали Холланд, установили распорядок посещения, раз в 2 недели, до тех пор, пока связь Лумар не будет снова работать на 100%. 13 сентября.
сентября. Отдан приказ об эвакуации Тао. Мы все отправляемся на Микрон. 15 сентября. Нас отслеживают монстры. Радио не работает. Нам кранты. Так, передача. Эпсилон. Так, давай Фи. Так, подожди, там было что-то написано. Еще раз. Пока не будет восстановлена связь, Тао не может вызвать подъемник. Омикрон, что ли? Вообще, надо звонить куда-то. Невозможно выполнить подключение. Омега? С ним. Так, передай журнал связь, дверные замки. О! Лазарет без персонала. Каюта А. О как. И где мне код найти? Кода тут нет. Короче, мне нужно найти какой-то код. Так, все двери мы с вами посмотрели, вот кроме вот этой. Она, по-моему, как раз и закрыта, да? Джохан Росс. А, тут мы тоже были. Так, это ублюдок так и будет меня напрягать, да? Все время. Так, давайте, наверное, сначала вниз пойдем. Тут есть выход вниз, есть выход вверх. Идем вниз. Так, что по времени? По времени у нас еще немножечко есть. Но я думаю, да, следующая серия будет финальной. Потому что мы уже ищем ковчег. Да что ты так? Не трясись. И все будет заебись. Откуда у тебя сердце бьется? Что за звуки? Ладно, раньше было, ну, это понятно, потому что ты осознавал себя человеком, а теперь-то мы не люди, теперь-то мы робот. У нас нет ничего. Ну, и единственное, что, типа, если только есть какая-то, знаешь, фантомная такая связь, ощущение своих органов. Так, coming room. Компакт. Freight lift. Drive room. А, я могу наверх сейчас подняться. Интересно. Чё? Нет груза. ID ковчег 001. Ожидание груза. Опции. Вес 20 килограмм. Пользователи Кэчун. Прикрепить. А, то есть я сюда должен поставить груз? Чтобы его захватили? Интересно. Так. А что, я на этом лифте могу как-то убежать? Давайте его наверх отправим.
Если еще вдруг сверху будем сбегать. Так, внизу получается отправка ковчега. Наверху, по идее, мы должны найти код. Потом открыть комнатку с помощью кода в комнате, найти ковчег, спуститься вниз. И все будет у нас замечательно, все будет хорошо. Было бы неплохо сейчас найти ковчег, на этом серию закончить. Далее. Уходи, Нио. Я тебя не впущу, и болванчиков твоих тоже. Вау! Это кто здесь живой? А. Это сама Чун жива? Да ну! Так, а кому мне позвонить надо? Лямбда, Лиссабон. Ну ладно, давайте все подряд. Омега, поехали. Сколько звон... 5, наверное, мы будем ждать. Фи. Но это же эти станции, она вроде находится прямо здесь. Как с ней тогда связаться? Я просто других источников связи здесь еще не находил в игре. Может, я, конечно, туплю, но лучше здесь все проверить на всякий случай. Сейчас до самой Теты дойдем. Может быть, сейчас Тета сработает, потому что скрипт типа сработал. Ну, сейчас еще немножко исследуем, как раз серию закончим. И в конце, наверное, будет развязочка. Ну, видимо, не судьба. Не работает. Видите? Ну, мы попытались. Тут головоломки не очень такие предсказуемые. Но я думаю, сработало бы. Вот это вот как раз комната, да? А как, значит, это связано? Два, семь, шесть, восемь. А как так сработало? А как так сработало? Как ты меня так наебал? Давайте-ка я еще раз наверх схожу. Живой человек? Вы не такой. Вам чем-нибудь помочь? Вы человек? Сара Линдол. Техник по полезной нагрузке к вашим услугам. Редкое зрелище, да? Пожалуй, что. Вы первый живой человек за все время.
Внизу нас мало осталось. Большинство наверху, на плато. В смысле, на Омикроне? Ага. На Омикроне живых нет. Вы там были? Я везде был. Тесс на Эпсилоне, развалины Лямбды, заброшенная Дельта, Тета. Вы были на Тете? От Патоса 2 мало что осталось. И из живых вам попалась только я? Я что, последний живой человек на Земле? Простите. Так кто вы? Саймон Джаред. Работаете? Нигде. Я работал в книжном магазине в Торонто, долго объяснять. Тогда какого черта вы тут делаете? Я пытаюсь найти ковчег. Зачем это вам? И как вы про него узнали? Я слышал, это последняя надежда человечества. Еще как последняя. Так зачем он вам нужен? Отнести к пушке на Фи и запустить его в космос. Да, план такой и был. Я охраняю ковчег с тех пор, как мы его вернули на Тау. Так и не смогла его бросить. Честно говоря, у меня нет сил спорить. И уж точно нет времени ждать, когда сюда придет еще кто-нибудь с разумом. Забирайте. Он ваш. Спасибо. Я могу вам чем-то помочь? Что-нибудь сделать? Вы можете убить меня. Ну, вы даете. Поверить не могу, я последняя, с ума сойти. Хорошо, что вы зашли. Наконец-то все закончилось. А, ну ради бога, мне тут скрывать нечего. Если бы я знал, что вы придете, я бы тут прибралась. Дверные замки. Все работает, фото. А, вся команда. Кого-то зажибало. Документы. Обнаружены испорченные данные. Восстановить? Данные частично восстановлены. Еда в ЧС. Подробное описание всех базовых химикатов и смеси на Патосе-2, которые могут использоваться как пища в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Последний доступ Сара Линдоу. Внутривенное питание. Руководство по кормлению потерявших сознание или находящихся в коме коллег путем внутривенного вливания. Последний доступ Сара Линдоу. Изменения. Методы изыскания дополнительного пространства для груза в головной части после сооружения корпуса снаряда и вывоза его со станции Дельта. Последний доступ Кэтрин Чу. Хорошо. Хватаем. Пожалуйста, не оставляйте меня вот так. А я что, не могу уже его, да? А, мне его надо в лифт положить. Ой, красивые фоточки. Природа. Класс. Ну что, убивать что ли ее? Вы серьезно насчет убить? Нет. Лучше тут останусь, буду ждать, пока сама не засохну. Саймон! Дерьмо, такая жизнь! Я так жить не хочу! Ну, блядь, ты сама можешь дотянуться и себя отключить. Почему я должен этим заниматься? Вы можете побыть со мной? Уже недолго осталось. Побудьте со мной, пожалуйста. Что за безумная штука была, жизнь? Ну, зато 30 мне не исполнится. Ура! Ты теперь будешь на жалость давить? Жаль, что умираю не дома, с друзьями.
А вы были в Гренландии? Там очень красиво. Ну, если из города выехать. В Наноке народу много, там 12 миллионов живут, но место отличное. Точнее, было отличное, пока комета не упала. Знаете что? Пусть лучше так. Мне нравится Патос. Мои коллеги, Йен, Ник, Джаспер, даже Кэтрин. Все считали ее странной из-за нелюдимости, но она молодец. Саймон, вы еще тут? Я тут, Сара. Не дайте им умереть, хорошо? Отправьте их туда. К звездам. Черный ящик не активен. Небось, узнала, как его отключать. Точно. Так, ну что? Все вроде, ребята. Давайте на этом заканчивать. Нам, в принципе, осталось совсем немного, я так считаю. Ну, реально, последняя серия будет. Может, даже на полчасика получится. Если никакого дурацкого монстра в конце нам не придумают, прям какого-то сложного, то все будет замечательно. В общем... Ковчег на месте, нам осталось его просто в следующей серии взять и запустить вниз, там поставить, зацепить его вот этим манипулятором, и, в принципе, дальше игра подскажет, что делать. Все, всем большое спасибо за просмотр, если было интересно, обязательно поддерживайте ролик лайком, а канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. С вами был Мистер Момент, будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока!